Вот это как медом помазал. Ну вот мы и встретились, таинственный сталкер. Ты кто вообще? Надо бы тебе быть полюбезнее с человеком, который за тебя чуть пулю не схлопотал. Ты чё несёшь? Какую пулю? На, держи. Ориентировка на тебя. С КПК того стрелка снял. Где, говоришь, пулю чуть не схватил? На кордоне. Походу, этим рожем автоматным зачет на начальство насадило, раз они без разбора по всем подряд шмалять начали. Вроде не похожи мы с тобой совсем. А чё там за вояк-то был? Лейтенант какой-то. Контрснайперская группа. Эти ребята знают свое дело. Тебе сильно повезло, что ты выжил, да еще и завалил его. Но раз ты такой шустрый, можешь окажешь мне услугу. Говори. Меня ранило сильно, на последнем заказе. На кордоне завалил одного военного. Он должен был с Сидоровичем встретиться. Какие-то дела там у них. Но мне неинтересно, заказ выполнен. На отходе, походу, тот, кого ты завалил, меня подстрелил. Суть. Там на кордоне я стоял на своей лёжке снаряжение. Жарковато там было. Этим оружием автоматным все равно до лёжки не добраться. А ты, сталкер опытный, доберешься. На дереве за границей территории. Недалеко от бункера Сидоровича. Рядом аномальная зона. И куски плоти разорваны. Место надежное, чужие туда не доберутся. А ты доберешься, снаряжение можешь себе оставить. А вот КПК мой, мне принеси. Там места всех моих лёжек. Я тебе в КПК отметил место лёжки. Лады, Пинаир, принесу. Да, и будь аккуратен, по ходу пьесы эти зимогоры там ждать тебя будут. Ясно, я пошел на кордон. Ну вот и я. Здоровый с тобой, стрелок. Ну как, принес? Принес. Меня там вояки поджидали. Еле отбился. На, держи свой КПК. По цвету шкуры. Благодарствую. А что за вояки были? Походу те же, что и тот на кордоне. Контрснайперская группа. Слушай, стрелок, эти гады от меня просто так не отстанут. Сделай милость, замочи их всех, а я тебе свою винтовку отдам именную. И подскажу, где костюмчик неплохой достать. Тебе надо пройти по моим лёжкам. Они по-любому будут меня там поджидать. Ты там с ними и покончишь. Ну что, идет? Ну раз уж я в это ввязался, сделаем. Красава, братишка. Тебе надо сходить в восточную часть Припяти. Здесь недалеко. Там, где лоза завивает дом. И есть моя лёжка. Я с этой лёжки на площади у памятника полковника зажмую. Не забудь там ликвидировать тех, кто тебя там ждать будет. Опять лезть? Я на кордоне на дереве кое-как забрался. А тут полази карабкаться. Ладно, отправляюсь в восточную Припять. Твоему джипу. Тут раз рядом контролёра шивается.